Помимо Дня города, одинцовцы отметили и 1 сентября. Праздничная линейка прошла в одинцовском кампусе МГИМО. Около 300 ребят поступили на первый курс университета. Приехали из разных стран СНГ, даже с Сахалина. Начнут учебу здесь и жители из Германии, Китая и Канады. Поздравить первокурсников приехал глава одинцовского района Андрей Иванов. Хочу, чтобы вы помнили одно. Сначала несколько лет вы работаете на образование, а потом образование всю вашу жизнь работает на вас. И у вас есть уникальная возможность в этих стенах получить такие навыки и знания, которые позволят вам практически достичь безграничных высот и любых горизонтов. И этим надо обязательно воспользоваться. Поздравил ребят и ректор МГИМО. В этом году открыты новые магистерские программы по искусственному интеллекту, по инновационному развитию и цифровой экономике, 5 творческих студий, волонтерский центр. Также предстоит насыщенная летняя программа. А для бакалавров доступно 12 направлений подготовки. Из них лингвистика, бизнес-информатика, менеджмент, политология и многие другие.